военного комиссариата занимается оформлением документов и формированием команды. В соответствии с указаниями военного комиссара Ростовской области в связи с практически полным укомплектованием формируемых воинских частей отправка команд сегодня, 28 сентября, приостановлена. Из числа прибывших граждан сегодня будет сформирован резерв для доукомплектования соединений и воинских частей. Время отправки резерва будет доведено дополнительно. Провожающих прошу соблюдать спокойствие и общественный порядок. Спасибо.